И к нам постепенно присоединяется из швейцарского Бюргенштока наш специальный корреспондент в Европе Виталий Сизов. Вчера первый день работы саммита, он находился уже там. Сегодня как утро швейцарское началось. Здравствуй, Виталий. Здравствуй. Доброе утро. Тебе слово, давай твои впечатления, что было и чего нам ждать от сегодняшнего дня. Ну, одна из главных тем, это для, особенно для стран глобального юга, Европа, она однозначно поддерживает Украину, но страны Азии, Африки не всегда получают достоверную информацию. И важно было, что президент Украины Владимир Зеленский сразу же объяснил представителям этой части мира, почему Россию пока рано приглашать на переговоры. Дадим слово президенту. Виталий, слышишь? Так, давайте наладим связь. Ну, вот касательно информации, да, которую получают все первые лица европейских стран. Вот, что интересно, как отреагировал премьер Нидерландов Рютте на то, что говорил Путин в преддверии саммита. Наверняка эти посылы его были, конечно же, адресованы всем тем лидерам, которые собираются в Швейцарии. Так вот, что он сказал. Что Путин вчера вышел с этим, извините, но это прямая речь, дерьмовым мирным предложением, знак того, что он паникует, и это хорошие новости. Надеюсь, у Виталия тоже найдутся для нас хорошие новости. Продолжай, пожалуйста. И важная позиция была и канцлера Германии Олафа Шольца, который говорил о справедливом мире и о справедливости, о которой так много любит говорить и Путин в своих заявлениях, предлагая так называемые мирные планы. Он объяснил, почему справедливость, так как ее понимают союзники Украины, и справедливость, которую предлагает Москва, это две разные вещи. У нас есть его цитата. Каким образом завершить войну России против Украины и достичь справедливого и длительного мира? Позвольте мне поделиться несколькими рефлексиями с вами сегодня. Ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина. Но давайте будем честными. Мир – это больше, чем отсутствие войны. И немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и длительному миру, просто на основе так называемых новых реалий, просто легитимизирует захват России и украинской земли и приведет к новому замороженному конфликту. К сценарию, несправедливо опасному и неустойчивому для Украины, Европы или международного сообщества в целом. Были небольшие помехи. Ты нам начинал рассказывать о позиции Владимира Александровича Зеленского. Давай еще раз повторим и дадим все-таки людям услышать президента. Да-да. Важно то, что для стран глобального юга, для стран Азии, Африки было донести, почему России пока нет за столом переговоров, потому что, да, вот эти всякие инициативы ее мирные, они по-разному воспринимаются в разных частях мира. И президент Украины Владимир Зеленский, он сразу пояснил, в чем идея этого саммита и почему пока еще невозможно садиться за стол переговоров с Россией и с Владимиром Путиным. Я рад приветствовать всех на первом саммите мира, который может стать первым шагом к справедливому окончанию войны России против Украины. Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что если бы Россия была заинтересована в мире, то не было бы этой войны. Мы должны вместе определиться, что значит для международного сообщества справедливый мир и как его можно достичь действительно надолго. Устав ООН является основой для нас, а потом, когда план действий будет уже на столе, всеми согласован и понятен для всех народов, он будет озвучен и представителям России. И чтобы на втором саммите мира мы смогли зафиксировать реальное окончание войны, сейчас мы начинаем этот путь. Должны доказать все вместе, что объединенный мир – это мир мира, это мир, который умеет действовать правильно. И также премьер Нидерландов Марк Рютте, он четко дал понять, что мирные инициативы в Москве, они неприемлемы на этом этапе, и то, что ее план по срыву саммита, он абсолютно не удался, и страны, разные страны, все пять континентов, они были представлены на саммите. Давайте послушаем его речь.
Мы будем обсуждать такие важные вопросы, как продовольственная безопасность, ядерная безопасность, воссоединение семей, все эти гуманитарные вопросы. И мы обязаны действовать дальше. Наша команда увеличилась с 15 до более чем 90 стран. И тот факт, что Путин вчера выступил со своим мирным договором, показывает, что он явно паникует. То есть союзники Украины видят в мирных инициативах Москвы панику, которая всячески пытается изменить настрой мирового сообщества, изменить отношение мирового сообщества, осуждающего к российской агрессии. Вот все эти инициативы Москвы, мирный саммит Украины, он перечеркивает и показывает, что единство сохраняется. Да, это многоголосие, да, это дискуссия. Многие страны, они по-разному могут видеть параметры будущего мира, параметры переговоров, но базовые принципы – это устав ООН, это территориальная целостность Украины, это суверенитет, они остаются незыблемыми, и все страны, по крайней мере, большинство представленных в Организации Объединенных Наций, они разделяют полностью эти принципы и готовы эти принципы предложить и России, и Москве, и ждут, когда она их примет, наконец-то, совершить необходимые действия, восстановить территориальную целостность Украины, и тогда уже можно вести диалог на этой базе. Но пока Владимир Путин предлагает нарушение устава, то есть то, что он озвучил, он предложил нарушить территориальную целостность Украины насильственным путем, присоединив регионы Украины в состав России, приняв их. Естественно, это абсолютно не принимается здесь. Это затрагивает разные аспекты жизни. Это важно, что главные три темы были. Это продовольственная безопасность, ядерная безопасность, гуманитарный аспект и освобождение заложников украинских пленных. И вот на этой базе люди готовы начать диалог с Россией, если она начнет работать в этих направлениях. Но пока мы этого не видим, и по итогам саммита будет принят документ, в котором все эти требования будут формализованы и представлены главному агрессору. Студия. Виталий, сообщалось, что два государственных информационных агентства Российской Федерации, в том числе основное агентство ТАСС, работает в эти дни в Бюргенштоке, в Швейцарии. Это было решение швейцарской стороны. Видел ли ты этих российских так называемых журналистов? Как они работают? И толерантно ли к ним относятся коллеги? Но это больше как такое экзотика, скажем так, потому что многие подходят на них посмотреть. Да, вообще, потому что это достаточно редкое явление. Хотя, несмотря на все эти разговоры о страшных санкциях в отношении Российской Федерации, на самом деле санкционный пакет Европейского Союза, он не предполагает запрет на работу журналиста. Он предполагает запрет на работу медиа в определенных странах. Да, каждая страна, тем более, по-разному к этому относится, но в целом в Европейском Союзе уважают права человека, и они видят в этом нарушение базового принципа, что вот каждый человек может собирать и распространять информацию. Поэтому работа журналистов, она разрешается, но не работа телеканалов. И действительно, они находятся в пресс-руме, и да, там зачастую к ним подходят, спрашивают, а что вы тут, собственно говоря, делаете, да, и как вы тут оказались, не все это понимают. С другой стороны, есть представители стран, таких как Китая, да, которые тоже могут подойти пообщаться, но в целом, ну, такой подход европейский. Это не только конференция, это и на Мюнхенской конференции безопасности. Насколько я помню, там вообще были журналисты Первого канала российского. И в этом глобальная, наверное, разница в том, что эти люди здесь работают свободно, да, это позиция Европейского Союза, возможно, нам это не нравится, да, как стране, которая страдает постоянно от российской агрессии, но в целом они работают здесь свободно, а не так, как их коллеги в Москве, которые мы знаем. Эван Гершкович, журналист Wall Street Journal, он находится до сих пор в тюрьме по каким-то надуманным обвинениям. И это демонстрирует как раз разницу подходов современной Москвы и современной Европы, глобальной Европы, назовем это так. Спасибо, Виталий. Спасибо тебе. Да, и страдаем еще от российской бесконечной дезинформации. Спасибо тебе большое. Напомню нашим зрителям, наш специальный корреспондент в Европе Виталий Сизов был с нами на прямой связи.